территориального управления микрорайона Сходня-Ферсановка состоялась встреча местных жителей с представителями администрации, а также сотрудниками Мособлгаза. На повестке – газификация населенного пункта. В рамках подмосковного проекта «Социальная газификация» оборудование установят более чем в 160 домовладениях на территории всего городского округа. Однако, утверждают в Мособлгазе, количество заявителей может варьироваться по ходу работ. Наша программа работает, согласно данной программе, кто-то, может быть, и дома не выходит на улицу, не знает, увидит, что какие-то работы прокладываются, человек выйдет, спросит, что здесь происходит, скажет газ, и он, соответственно, будет подавать заявку на данную программу, и мы тогда будем его строить уже. Согласно паспорту программы социальной газификации, в этом районе городского округа начать установку оборудования планируют в июне, а полностью ее завершить уже в августе. Если уже существует центральный газопровод, коммерческая часть, это от центрального газопровода, то есть от границы участка, да, до дома конкретного потребителя, да, заявителя, это работы такого краткосрочного характера, ничего сложного нету. То есть Мособлгаз, значит, прокладывает полиэтиленовую трубу по участку собственника, подводит газовую распределительную счетчику и заводит в дом. Вот эти работы. При необходимости Мособлгаз также возьмет на себя и установку сопутствующего оборудования – котлов, плит и газовых труб. Впрочем, сделать это может любая лицензированная организация, которую выберет сам собственник.